В Москве подписано соглашение о строительстве первого в Самарской области арендного дома. Предназначаться он будет для сотрудников ОАО «Кузнецов». Квартиры им предоставят в аренду на льготных условиях. 50% оплачивает предприятие, 50% – сами работники. Цена за однокомнатную в месяц для них составит около 4000 рублей. Напомню, фактически строительство уже началось. Официальный старт дали губернатор и директор предприятия, заложив на месте возведения символическую капсулу. А подписание трехстороннего соглашения между агентством финансирования жилищного строительства, Самарским областным фондом жилья и ипотеки и одним из коммерческих банков стало завершающим этапом оформления вопроса финансирования. Добавлю, этот арендный дом в регионе станет не единственным, построят подобные для других специалистов, так будут привлекать кадры в отрасли, где их как раз не хватает.